Так, ну, финансовая сторона вопроса. И по большому счету вы, в принципе, ничего не должны платить, доплачивать и все остальное прочее. Если вы хотите, чтобы вас нормально в номере убирали, все у вас было в порядке, все вовремя, то, в принципе, одной шоколадки и доллара достаточно для того, чтобы было все хорошо. Так, сегодня нам сделали два лебедя. Вот такие. Вид из номера, из нашего. Вот такой. Этот бассейн тоже у нас с подогревом. Жена на балконе два стульчика. Пепельнички чистят, каждый день убирают. Пришли, вчера была полная пепельница. Тоже убрали. Навеса тут нету. Под дождем тут не посидишь, но можно в номере посидеть, кому хочется под дождем. Такие кровати мы сдвинули, чтобы вместе спать. Три бутылки воды. Что тут у нас есть? Бесплатный сейф. Ну и вещи тут можно повесить. Такой вот туалет, санузел, фен, всякие эти штуки, какая штука, санузел. Кстати, там есть интересная такая особенность, уже покажу, ладно, тут краник, кто пользуется биде, работает, можно пользоваться, если кому-то нужно. По идее, всем нужно, конечно. Вот. Обычный душ. В принципе, все стандартно. Везде камень, плитка. Так, телевизор в номере есть и холодильник, естественно. Ну, как, в принципе, во всех нормальных номерах. По телевизору есть белорусский, русский, украинский, казахские каналы и арабские, конечно же. И кондиционер. Добавить вот эти двери раздвижные, значит, они раздвигаются обе, вот эта дверь тоже раздвигается, поэтому и там замок есть изнутри. Так закрыто, так открыто, то же самое с левой частью. То есть не прозевайте, не оставляйте открытыми двери. Соседи, в принципе, через балкон могут перелезть, неадекватные какие-нибудь. Тут были неадекватные, потом про них расскажу. Розетки в номере — отдельная тема. Их 4 штуки мы нашли, но не сразу. Одна тут в коридоре, одна вот там, где телевизор включается, одна за тумбочкой, там включается холодильник, одна вот тут вот. И одна за вот той кроватью, розетка там тоже. Вон пауэрбанк лежит, заряжается. То есть, в принципе, розеток достаточно, надо их искать. То же самое, есть еще розетка там, где фен подключается. Еще одна. Выдали нам сразу, кстати, там подошел этот, кто там, сотрудник. Вот эти все шампуни, мыло вон выдали, но мы, в принципе, им еще и не пользовались. Вот. Все это тоже выдается, это все есть. Если забыли, то спрашивайте, чтобы вам выдали. И телефон есть, если вам вдруг стало плохо, можно набрать ресепшн. Он, кстати, рабочий, я проверял. Вот. Вентиляция включается, вот вентиляция отдельно. При заселении подойдите на ресепшн, когда подходите на ресепшн. Рекомендую просто сказать, что ваш отель нам порекомендовали, друзья, вы такие тут все замечательные, супер. Я знаю, у вас есть номера после реновации. Пожалуйста, выделите нам хороший номер. И Евтянин скажет, что да, это возможно, не проблема. Предложит несколько вариантов и скажет, там, ваша благодарность, там, ну, какую там себе решить. Обычно там
Мы доплатили $20 для того, чтобы не иметь проблем. Просто сразу дали им $20. Нам предложили два номера хороших, отличных. Их уже сразу не стандарт, а поселили так как бы в люкс. Это у нас был люкс номер такой. Я вам показывал. Вот, и в принципе можно отдельно договориться за отдельную плату, улучшить свои жилищные условия. Ну вот такой вот у нас обзор номера конкретно в этом отеле.